Алекс де Кайра о кофе знает все. Работать он начал с 14 лет, а уже в 18 парень трудился в кофейне Стамбула, позже в Италии, Арабских Эмиратах, Индонезии. Сам мастер пьет только черный кофе, чаще всего двойной эспрессо. Капучино собственного приготовления он пробовал всего дважды. Кофе – это больше, чем напиток, больше, чем культура, это уже философия. Миллион можно привести примеров, определений, но не как продукт. Как к продукту я уже давно перестал к нему относиться. Кофе – не единственное увлечение баристы. С детства он любил часы. Больше 2 лет назад объединил два дела. Сейчас у Алекса 64 модели кофейных часов. Каждую мастер сделал в единственном экземпляре. Это самая большая коллекция в мире, уверен автор. Я отслеживаю регулярно мастеров, которые создают настенные часы именно в этом направлении, в кофейном, отслеживая крупнейшие торговые площадки, как eBay, также и вот творческий форум Yeti, самый крупнейший в Европе. Нет. То есть на сегодняшний день мой проект единственный с таким количеством от одного мастера. Увлечение это не из дешевых. Помимо зерен, используется много материалов. Да и недорогой кофе для работы не подходит. В нем много сломанных зерен, объясняет автор. В часах с фотокамерой я использовал итальянский сорт кофе, стандартный, с однородным зерном, можно видеть, среднего размера. Здесь же был использован сорт Марагаджи, известный своими гигантскими размерами по сравнению с обычными зернами. Собственно, размеры здесь практически в 2 раза больше. Это, думаю, видно невооруженным глазом. Также мастер изучает разные художественные техники – декупаж, кракелюр, лепку из полимерной глины. На данной модели часов, как в принципе на всех остальных, я использую 2 слоя кофе. Здесь использовано порядка 250 грамм кофе. Каждое зерно отдельно подбирается, чтобы оно было примерно похоже на предыдущее, чтобы можно было его установить. И чтобы сделать идеально этот круг, на это на все уходит порядка 30-40 часов. Алекс де Кайра уверен, чтобы работать с кофе, его нужно любить. А в будущем мастер планирует создать самые большие в Украине кофейные часы.